Один из сотрудников продуктового магазина сообщил о происшествии в правоохранительные органы. На место прибыла следственная оперативная группа и сотрудники патрульно-постовой службы полиции. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность предполагаемого преступника, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов направились на предполагаемое место жительства подозреваемого. Как выяснилось, преступник ранее был судим. Мужчина дал признательные показания. Все похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция напоминает гражданам быть бдительными. Если происходит противоправное деяние, обратиться в органы внутренних дел по телефону 02, с мобильного 102. Вовремя поступившее сообщение повышает шансы установить личности подозреваемых и задержать их по горячим следам.